Ну что ж, друзья, самая модная профессия сейчас для молодого человека – это и самая безопасная, да? Конечно, это программист. И специально для программиста наша группа играет твист для программиста. Мы продолжаем! Давайте, ручки, поехали! Навсегда, считает группа «Грани Твиста», пригодится в любой стране мира. Ну что же, поднимите, пожалуйста, руки, кто ходит в фитнес.